В детской школе искусств поселка Горки Ленинский приятные хлопоты. На днях сюда прибыло несколько инструментов – аккордеон, пианино и баяны. Теперь учебный инвентарь готовят к эксплуатации. Финансирование покупки осуществлено в рамках федерального проекта «Культурная среда». На самом деле это замечательная инициатива, замечательная система, в которую мы, слава богу, попали, потому что действительно инструменты достаточно дорогие, и не каждая школа может позволить себе приобрести такие инструменты. Пригодились преподавателям школы искусств и наши умения. Отложив микрофон в сторону, вооружившись отверткой, ваш покорный слуга принялся за дело. Итак, нам выпала уникальная возможность помочь сотрудникам детской школы искусств поселка Горки Ленинские подготовить инструменты эксплуатации. Сейчас моя задача отвернуть хитрый болт. Вот что-то не очень сильно получается. Пошло! Пошло! А делается это для того, чтобы инструмент начал играть. Дело в том, что сейчас для транспортировки прокладывают специальную пластину. Благодаря ей подвижные части баяна крепко зафиксированы и не повреждаются при транспортировке. Когда все ремни оказываются на месте, а лишние детали удалены, можно и попробовать инструмент. Хотя даже профессионалу требуется немного времени, чтобы привыкнуть. Ой, а что здесь так? Ага, вот. Несколько лет назад в школу искусств уже было приобретено несколько инструментов по президентской программе. Тем не менее, проблема их нехватки остается актуальной. Один маленький баян готового выбора, хорошего качества, фирмы «Юпитер», и большой. Но на всех ребят не хватало. Вот даже дуэт сыграть – это уже проблема. Трио тем более. Вот, поэтому важна, конечно, покупка инструментов. И баянов, и аккордеонов. В соседнем кабинете среди довольно потертых собратьев торжественно расположилась черная пианино фирмы «Ямаха». Всемирно известный производитель синтезаторов стремительно ворвался на рынок бюджетных инструментов и сразу захватил на нем лидерство. Фортепиано – это инструмент достаточно подвижный в таких моментах, как влажность, сухость, да, температурный режим, и, соответственно, строй, как правило, плывет. То есть это тут, как профессиональным таким языком, если говорить, и требует очень такого трепетного отношения. Поэтому будем надеяться, что компания «Ямаха» учла это, и будем стараться мы со своей стороны поддерживать тоже вот такой вот температурный режим и влажность в помещениях. После дороги пианино также необходимо подготовить к эксплуатации. В ближайшее время его навестит настройщик и приведет инструмент в порядок. Пока не все новинки приехали в школу. Всего будет поставлено 8 музыкальных инструментов. Покупка обошлась в 1 миллион 250 тысяч рублей, выделенных из федерального бюджета и бюджета Московской области. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ.